Развод, ребята, внимательно послушайте. Новостройка, дом сдается. Строительные материалы начинают закупать жители. Подвозят им газелями там, либо другим транспортом к подъезду. Начинают заносить, и тут бац, лифт не работает. Естественно, из машины это все вываливают, и все. Здесь подходят ребята и говорят, 30-50 тысяч рублей мы вам руками на этаж это все относим. Ты такой, ну ладно, мы подождем лифт, когда починит. Ну, ждите. День проходит, два проходит. Накопилась уже тьма стройматериалов, да, внизу. И здесь люди от безысходности начинают пользоваться услугами таких вот товарищей. Ребята, особенно московский регион, Петербург, уже в новостях, то есть это все мелькает. Будьте очень и очень предельно осторожными. На самом деле схема следующая. Лифт ломают умышленно, либо причиняют ему какие-то, то есть действия, чтобы он тупо просто не работал как можно дольше. И стригут бабки с лохов. А большая часть вообще женщин, которые, то есть не знают, что делать, вываливают 30-50 тысяч и все. Как говорится, поехали. Вы сами понимаете, кто, особенно в столице, крышует всю эту тему, да. Ребятам нужно что-то кушать. Кризис в стране, как говорится, а жить на что-то нужно. Короче, ребята, я сам в шоке просто. Будьте осторожны, берегите свои лифты, здоровья и вообще всем как бы всего самого лучшего. Ставьте лайки и напишите, а что бы вы делали в такой ситуации?